Вызов принят. Основатель LinkedIn пообещал перевести 5 миллионов долларов на помощь ветеранам войны, если Дональд Трамп обнародует свои налоговые декларации. Рид Хоффман заявил, что поддерживает усилия ветерана ВМС Пита Кирнана. У Трампа нет ни одной веской причины скрывать свои доходы, кроме того, если он считает эту информацию своим козырем. Так как Трамп уклоняется от своих обязанностей перед американцами, мы должны сами показать ему, что ценим ответственность и прозрачность. Он пообещал направить эти деньги в фонд, если Трамп опубликует свои доходы. Такое намерение перекликается, кстати, с жестом самого республиканца в 2012 году, когда он пообещал перевести такую же сумму на счет благотворительного фонда, если Барак Обама опубликует свои оценки и сертификаты из университета.